Türkiye güvenli turizm açısından gerekli önlemlerin hepsini aldı. Avrupa'daki birçok turizm kentinden güvenlik açısından çok daha önde. İlk ve çok detaylı bir sertifikasyon programını uluslararası firmaların denetiminde hayata geçirdi. Çok şeffaf da bir program. Bütün raporlamaları ziyaretçiler barkodları okutarak erişebiliyorlar. Fasilitelerle ilgili denetim raporlarını. Yani Rusya yurt dışına yolcu trafiğine hazır olduğu zaman Türkiye onları ağırlamaya hazır. Biz en kısa sürede Rusya'daki durumu da düzelip iki ülke arasındaki trafiğin başlamasını bekliyoruz. Öncelikle Rusya'ya da koronayla mücadelede başarılar diliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Ve Rusya'ya da tıbbi malzeme, özellikle kişisel koruyucu malzemeler konusunda da yardım ettik. Değişik bölgelerden gelen talepleri yine Moskova ile koordine ederek. Ve en kısa zamanda Rusya'nın da bu mücadeleyi başarılı bir şekilde geçireceğine inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Türkiye ile ilgili de aldığımız tedbirler konusunda Rusya'yı sürekli bilgilendiriyoruz. Beraber çalışıyoruz. Rusya'dan gelecek turistlerin de sağlık güvenliği bizim için de önemli. Kendi vatandaşımız kadar gelecek turistlerin sağlığına da önem veriyoruz. Biz hazırız ve Rusya'da da şartlar uygun olduğu zaman her sene olduğu gibi Rusya'dan da dostlarımızı, misafirlerimizi Türkiye'mizde, Antalya'mızda, Alanya'mızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Всем привет, дорогие друзья из жаркой Анталии. Привет всем. Мы находимся на пляже Кони-Алты, идем купаться и покажем вам все самое красивое. Друзья, мы были в Алане, но, к сожалению, на пляж сходить нам не удалось. Было очень много работы. Сейчас по дороге в Афьон и в Стамбул мы также по работе приехали в Анталию. Сегодня понедельник, суббота, воскресенье мы работали, да, так получилось. А сегодня понедельник, утро, 8 утра, и с 8 до 12 у нас есть время, поэтому мы приехали на пляж. Мы давно не купались, но пляж Кони-Алты мы очень-очень полюбили. В общем, вот такая вот здесь красота, здесь очень классный парк. Раньше я снимала про этот пляж. В общем, сейчас идем с вами купаться. 8 часов утра, но на пляже уже очень много народу. С этой стороны все приходят со своими зонтиками и полотенчиками, а с этой стороны пляжный бар. Очень, кстати, классный. Но мы пришли со своими полотенчиками, и сейчас Айхан вот так вот в тенечке. Зонт мы с собой не взяли, потому что пришли очень быстро. Айхан, что гузайгернеса, на? Татильжи гибисит. Thank you.
Вот такая вот здесь классная территория, друзья. Мы очень любим этот пляж. Когда приезжаем в Анталию, всегда приезжаем именно на этот пляж, на пляж Кони-Алты. В следующий раз постараемся съездить на пляж в Лару. Но поскольку отели, в которых мы останавливаемся, находятся так или иначе где-то здесь поблизости, поэтому мы приезжаем на этот пляж. В следующий раз попробуем остановиться в Ларе и сходить на пляж в Ларе. Сейчас идем в нашу гостиницу. В этот раз мы остановились в городском отеле. В прошлый раз мы были в этой гостинице, а в этот раз, ну, поскольку мы приехали по работе, мы остановились в гостинице городской, недалеко от центра города. Сейчас у нас завтрак. Если вы не смотрели предыдущее видео из Анталии, обязательно смотрите, ссылка в описании. А сегодня покажу вам завтрак в городском отеле, покажу сам отель и как происходит заселение, проживание и так далее. Наш отель, Эллипс отель, вот такой вот интересной формы в виде эллипса. И это самый обычный городской отель. Вот такая вот интересная форма у нашего отеля. Здесь есть хамам, сауна, фитнес. В общем, самый обыкновенный городской отель. Заселение в отель происходит, конечно же, в масках. Всем меряют температуру и нужно заполнить определенную форму, по которой вы соглашаетесь с тем, что вы не болеете, не кашляете, у вас нет никакой высокой температуры, вы не общались с людьми, которые так или иначе болели коронавирусом в последнее время. В общем, отель выглядит вот таким вот образом. Лобби отеля выглядит вот таким вот образом, достаточно такое просторное, комфортное. И здесь на первом этаже стоит дезинфектор и, конечно же, подают завтрак. В этой гостинице тоже соблюдаются все нормы, и ребята в тарелки накладывают. Айхана приняли за иностранца. Айхан у нас не иностранец. Вот таким вот образом накладывают еду. Вот таким вот образом подают еду. Мы уже отъехали достаточно далеко от Анталии, направляемся в сторону Афьона. А сейчас, друзья, смотрите, что думают туристы об отдыхе в Турции. Туристы, которые приезжают как в отель пакетными турами, так и самостоятельные туристы, которые арендуют квартиры. Приехали из Самары, купили Наталья. Да. Вот, мы приезжали сюда отдыхать, влюбились в Аланию и поняли, что хотим, так скажем, очередной этап жизни провести в таком замечательном месте. И купили квартиру. Конечно, мы долго выбирали, смотрели все репортажи, все возможное узнавали, взвешивали за и против, и все же перевес чаши за, и мы купили квартиру, не жалеем, в Махмуд-Ларе. Нам очень нравится, здешняя зима, даже с тем, что здесь нет отопления, и дома прохладно, чем в сравнении с нашими российскими квартирами, но к этому можно приспособиться, теплее надеть носочки и так далее. То есть это... А то, что тут каждый день можно смотреть на это прекрасное море, красивое море, на эти зеленые пальмы, на голубое небо, но все равно больше солнечные дни, и когда ты утром встаешь, у тебя солнышко светит, уже жить хочется, радоваться, улыбаться. А какие чудесные люди. Местное население вообще фантастика. Таких людей я не встречал раньше.
просто удивительные, всегда помогут, всегда будут каким-то советом. Если какие-то трудности, даже языка не знаешь, на пальцах, все равно пытается объяснить, помочь. Такие отзывчивые. Здравствуйте, мы прилетели с Орловской области 10 августа, когда начались плановые перелеты, уже прямые рейсы. Нас зовут Ирина и Сергей, мы с Орловской области. Мы отдыхаем в отеле «Канделор», все включено, все нас устраивает. И еда, и погода, и природа, и море, шикарный пляж. Люди очень гостеприимные, все доступно, цены очень консервативные, хорошие. Ходим по магазинам, закупаемся. Отдых нам очень нравится. Скучать не приходит некогда. Мне не хватает дня на все, что я хочу, потому что и свои какие-то дела домашние, и хочется посмотреть туда, съездить сюда. А еще мы тут занялись турецким языком, на это время надо, как ученики учат, пишут. Вот поэтому нет, совсем не скучно. Нужно очень много времени, чтобы всю эту красоту обойти, посмотреть все эти пейзажи, это солнышко. Просто очень хотелось тепла, и мы приходили к морю, и я всегда говорю: «Господи, когда же я смогу уже залезть в тебя-то? Потому что ты так манишь». Даже зимой, когда, казалось бы, холодно и так далее, но волна накатывает, все равно в нее хочется зайти, вот она прямо манит. Температура воды у нас в Волге летом, ну, в разгар лета 19-20, а здесь это разгар зимы. Вчера мы заходили в море, правда, еще не купались. Ножки думаю, помочили, да, сезон открыли. Водичка очень теплая. Для... относительно, конечно, теплая, но очень хорошо. Эмоции только положительные, это море, просто море. А базары, а фрукты? Тут даже пришли с мужем, яблоки, давай купим. Да что это яблоки? Ну, Россия яблоки. Я говорю: нет, это другие яблоки. Я говорю: попробуй. Точно, это другие яблоки. Где же про апельсины вообще хотим? У нас даже собачка ест апельсины. Да. Местные просто восхищение, как собака ест. Ест такие вкусные, сладкие. Нам очень нравится. Мы рады, что на нашем пути встречались те люди, с которыми мы знакомы. Все очень такие положительно настроены, такие позитивные, добрые, отзывчивые. Мы познакомились по интернету с одной пенсионеркой, и потому что нас мучил вопрос, можем ли мы прожить на нашу пенсию российскую и так далее. И она вот взяла над нами шество, все нам объясняла прямо досконально. И она настолько отзывчивый человек. Трудности возникают только из-за того, что нет информации. Информации нет, как деньги перевести, как все это вот как-то страшно. А когда есть какой-то плечо, да, который делится этим, не скупясь, то это просто помощь друг другу, это должно быть. То есть, получается, вы живете на пенсию, да? Да. Никакого... Чисто русские пенсионеры. Если не секрет, сколько в месяц нужно на жизнь для двоих пенсионеров? Ну, это уже такой вопрос, как вам скажем. Ну, вот например. Потребности, у кого какие потребности, да? А какие-то там еще проблемы бывают со здоровьем, с лекарства. Все это вместе, но вот наших двух пенсий нам хватает. Пенсия у нас небольшая, да. Поэтому... Ой, мы полицейские бывшие, то есть государство нас не очень-то балует пенсионный расчет. Вот, ну, по крайней мере, на фрукты, на мясо. При том условии, что квартира своя. Да, своя, да. Квартира, да-да-да. Это было изначально, что мы можем потянуть только если приобретем квартиру. Mm-hmm. Вот, поэтому все у нас получается. Потихоньку. Да, конечно, по ресторанам мы не ходим, это да. Брендовые вещи я тоже не покупаю, но вот, по крайней мере, вот на жизнь, именно на жизнь, не совсем скучную, мы не пьем. У нас, наверное, большая статья расходов сокращена, потому что алкоголь все равно дорогой, а так как уже здоровье не то, у нас уже, ну и
подспорье, потому что страна не пьющая, просто устраивает спокойным вечером, потому что нет никаких хулиганств. Дети спокойно бегают и в 11-12 ночи. И мы не видим никакого инцидента, который связан с хулиганством вообще. Ну, пока все очень в таких восторженных эмоциях. Да, у нас уже появились турецкие знакомые. И, конечно, знание языка нас пока разобщает, но общаемся как-то. С переводчиком. Да, переводчик на телефоне есть, да, наговариваем, нам в ответ. Очень просто. Мы приехали из Москвы 8 августа. У нас рейс был со стыковкой в Стамбул. Отдыхаем мы не в отеле, а в апартаментах. Нам здесь очень нравится. В августе что-то жарковато. Да, сейчас очень жарко лето. Вот. Детям тоже бывает как нравится. Соня, тебе нравится? Тебе нравится, Лёш, здесь? Сурти, нравится? Ходим, купаемся, что, по пляжу? Да, в основном мы купаемся, вот на Демчае съездили тоже. Один день. На Демчае много народу было. Да. Ну, там все в курсе с детьми. Вообще нам очень нравится Алания, здесь очень хорошее транспортное сообщение, все доступно, можно в любую точку, при ближайшей красотке доехать. Да, либо на автобусе не надо. Не надо тратить деньги на такси. Ну, духи, как всегда, гостеприимные, вкусная еда, недорогие фрукты, овощи. Все добрые. Да, все добрые, нам очень нравится. Добрый день, меня зовут Юлия. Это меня Валентин. Меня Мия. А меня Лида. Мы приехали из Чебоксар. Добирались мы быстро, хорошо, все было здорово. Вообще отель нам понравился. Побывали много где, но здесь, конечно, все классно. С питанием нас все устраивает, в принципе, как и везде. Мне, в принципе, все нравится, потому что все обрабатывается. Никто не ковыряется в еде, то есть подходишь, берешь, что тебе надо, все аккуратно. Отель классный, музыка веселая. Кому не хватает именно вот, да, молодежный отель вообще, кому хочется потанцевать, мне кажется, именно вот самое то, потому что в прошлом году мы отдыхали, там, честно, пансионат для пенсионеров. Вот, все здорово, мы довольны. Море, это отдельная история, это вообще класс. Вот. Дорога, кстати, здесь очень недалеко до моря. Мы пешком с детьми буквально минут 5-7 прошлись, зашли в магазинчики, вообще классно все. Еще мы переживали, когда ехали, нам сказали, что здесь даже в питьевой воде хлорка. На самом деле это бред. Здесь вода в стаканчиках, она упакована, то есть индивидуально. Это очень удобно и намного удобнее, чем вот раньше было, допустим. Ну, мысли, конечно, разные посещали, то есть, ну, были всякие мысли, и страшные, и, ну, сейчас мы здесь расслабились, на самом деле уже вообще абсолютно все опасения позади, так что вообще все нормально. Меня зовут Лида, я с Краснодарского края города Ейска, я подписчица Анастасия, сколько всего пересмотрела Видика, и то, что я посмотрела, все это наяву так и получилось в жизни. Приехала сюда насовсем, купила квартиру в Махмутларе. Перед Новым годом мы перезимовали. Зимовали хорошо. И пока... Самый главный страх всех, как зимовать. Ой, мы перезимовали вообще хорошо. Я, наверное, когда дочь уезжала от меня, когда мы квартиру купили, я скучала всего один день, это 2 января, потому что скучала, они уехали к себе в Мурманск. Дочь у меня с Мурманска. Остальные дни я уже нашла друзей. Дочери привет. Как вы дочери зовут? Дочь Наташа, привет. Наташа, Анастасии тоже привет. Привет из Алании. Привет Мурманску-Североморску. Ага. Так что я довольна, перезимовала, уже тепло. Март уже все, уже конец тепло, февраля начинается уже шикарная погода. Да. Курортный сезон почти открыли. Да. Вчера мы уже ходили, позагорали, полежали на море. Правда? Уже ноги помочили по колено, уже загар мы первый получили. Все у нас хорошо, я довольна. Подписывайтесь на Анастасию.
Да. И очень полезной информации, очень много полезных информаций. И даже по магазинам везде можно, даже по, смотрю, по туристическим путевкам даже рассказывайте очень много. Я смотрю, Анталию показывали, где водопады. Вот мне еще туда хочется поехать, посмотреть. Да, там тоже красиво. Ваши репортажи я смотрела. Достопримечательностей столько, что очень много. Не объехать за десятки лет жизни, в общем, не хватит, чтобы это все объехать. Очень красивый город, очень красивая страна, люди очень гостеприимные, даже везде никто тебе не нагрубит. Если даже турецкий язык ты не знаешь, все равно можно найти общение где-то через переводчик, как вы сказали, где-то вот так. Но в Махмутнаре, конечно, очень много русскоязычных. И на рынке, и в магазине, везде найдется русскоязычный человек какой-нибудь, хотя бы какой-то процент, на 50% может разъяснить нас. Ну и самое главное, если что-то не понимаешь, не получается, не искать причину, проблему, да, а решение найти очень просто. Нет, тут-то там же легко и просто. Конечно. Я говорю, они сами стараются тебе помочь. Даже вот настолько. Ну и на крайний случай есть переводчики, приложения, Google переводчики. Все равно. Я говорю, даже в организациях, даже в Алане, вот в Мире мы заходили по документам, когда рандеву получали, они все сами даже сделают, улыбают, они стараются говорить до свидания, или спасибо, или здравствуйте по-русски. А мы уже стараемся по-турецки. Мираба, ташикаридрим, гюле-гюле. А вы турецкий учите? Начали да, учить? Тоже ходим на занятия, изучаем турецкий язык. Все равно хочется потихонечку. Я думаю, вопрос времени. Ходишь на матчи Алани? Алани, да. Видите, я вот мечтаю в отпуске попасть на матч Алани, ну, вообще, Галатасарай. Фенербахче. Вообще? Вот в Алани все болеют за Фенербахче. Не знаю, вообще. А сколько стоит билет? Я люблю Алания Спор. Я люблю Фенербахче. Сколько стоит билет входной на улице? А билет 20 лира. 20 лира. 20. 20 лир. Нормально. Нормально.